У тебя ужасная слабость. Для твоих великих задумок нужно много всякой всячины. Надо положить конец заразе, которая разъедает землю. Похоже, не заело, а заперто. Заперто. Ты тут так... Похоже, что нужно перевставить кабели один за другим, чтобы каждая последовательность могла сгенерировать достаточно мощный гул. И тогда все случится. Немного электропоглощения всегда привлечет внимание. Тебе нужно перевставить кабели, чтобы каждый повторял последовательность. Отлично! Эта перестановка, похоже, позволит электрическому току добраться до платы.
всегда держи в голове пути к отступлению. И лучше не один. Этот клинок такой острый, что сам режет. Отличный ножичек. И как мы без этого жили? Дай врагам прикурить.
Надо как... У тебя сейчас маловато хлома. Ничего пока не выйдет. Хлома мало. А, вот и кнозий загон. Ноко всегда здесь. Уж очень любит животинку. Посмотрим. Даже странно, что деревья до сих пор полны жизни. Нукс – непростой язык, но его можно выучить. Она говорит, что счастлива снова тебя увидеть. Ей интересно, помнишь ли ты ее? Ее зовут Ноко. Она позволяла тебе кататься на своем мьюте много лет назад, в твоем детстве. Ноко помнит, что когда-то весь твой день проходил в беготне. У тебя была масса энергии. Она рада, что твоя искра все еще при тебе. Однако теперь все давно позабыто. Память показывает, какими мы были, а не какими мы станем. Уверена, что они сами вернутся домой, если перестать их гонять. Надеяться, что на тебя они не станут нападать. Тебе и так уже сильно досталось. Ноко тоже припоминает те времена, но она никогда не позволяет себе проваливаться в воспоминания. Как бы это ни было заманчиво. Она видит, что ты собираешься пободаться с Люпус-Люпином. Не знает, как теперь этого избежать. Если это и возможно, то ненадолго. Она говорит, что ужасов твоей юности было бы достаточно, чтобы сломать кого угодно. Но не тебя. Твое жизнелюбие все еще с тобой. Ноко говорит, что история — это как след. В любой момент ты можешь пройти в обратном направлении, пока след не изгладится. Но вперед тебе приходится его прокладывать самостоятельно. Она хочет, чтобы Люпус Люпин заплатил за содеянное, несмотря на ее уверенность в том, что лучшая месть — это прощение. Ну, со своей темной стороны мы это одобряем. Поверить не могу, что тебе позволяют собой манипулировать. Да ты просто завидуешь, потому что у тебя ничего не получается. Завидую? Кто вообще мечтает манипулировать? Победители. Вот кто. Спрашивает, сколько дорог пройдено тобой в этом мире, и задумываешься ли ты, что было бы, выбери ты иной путь? Тукунда, бери. Ты не можешь делать все, что захочется. Ходить куда угодно, увидеть все, что в голову взбредет. Наши возможности ограничены.
Бери, не валдут. Ей невыносимо думать, что мир погибнет и кнозлы вместе с ним. О ком она будет заботиться? Пендрина се нема. Ей не по душе, что, на твой взгляд, этот мир не стоит того, чтобы за него бороться. А сильнату? Поверить не может, что вы с Джагни союзники. Они постоянно копошатся в мусоре вокруг, ищут чего бы спереть. Кала. Только если под плохо лежит, ты имеешь в виду не прибито. Они постоянно пытаются украсть у нее кнозлов. И надо обзумка? Но не будем сейчас об этом говорить. Румблена Марсамогу. Она, кажется, знает, куда убежал Мьют, поскольку ничто не влечет его больше, чем его любимый угол широкого поля. Она даже прозвала его Мьютовым лужком. Дере Канамунт, Канамунта. Ноко говорит, что Мьют распознает запах, который пропитал тебя здесь. Поэтому он, скорее всего, будет тебе доверять и последует за тобой. Миналаги Мамуру. Когда найдешь Мьюта, приведи его обратно. Ему нужно время, чтобы хорошенько успокоиться, иначе мы не сможем скакать на нем навстречу мироеду. Тайфанаме нума? Ей это неизвестно. Тебе придется подождать и увидеть своими глазами. Жаль, что у тебя нет крыльев, чтобы летать. Ага, древохлом. Очень полезная находка. А вот и Мьюта лук. Мьют где-то здесь. Жги! Летучий кулак! С этим монстром покончил. Повсюду пули. Выруби их. Снаружи тьма кромешная. Отличный выстрел. Убирайся! Вот и все.
Ого-гошеньки, это биоугроза. Удалось найти электрохлом. Стоящая вещь. Палец на спуске дергается. Бабах! Как раз в уязвимое место. Бум, трабахта! Чувствуешь усталость? Выбери место и отдохни. Теперь, когда Мьют вернулся в загон, он вроде бы успокоился, но Ноко все еще переживает. Она говорит, что Мьют пока тревожится, но, к счастью, она знает идеальное средство, чтобы его успокоить. Мьют однажды по ошибке нашел и слопал мармеладные конфеты. Жевание его очень успокаивает. Она говорит, что нужно принести для Мьюта жевательных мармеладок с перекрестка. В прошлый раз она нашла конфеты именно там. Его напугал один единственный звук топофырка, и он сбежал. Раньше она никогда не видела его таким встревоженным. Супер-попер! Тебе не хватает энергии идти прямо между глаз. Прощай. Никто не устоит. Жизнь — игра. И ты в нее играешь, и все остальные. Всегда полезно иметь под рукой пару древохломин.
закрыта намертво. Ну вот без замков никак, да? Это день блямбу. Похоже, жужкабель зажужжит, если покрутить рукоятки на пульте управления. Осталось всего пара ходов. Соберись. Жужжит и готов к работе. Размер не твой, но сойдет. Неплохо сидят. На кону судьба всего мира. Выглядит мило. Любую историю лучше всего украшает неожиданная концовка. Хочешь подкачать лапы? Хватай мышцы жимы и начинай качать железо. Чтобы сработало, нужно попасть в ритм. Левой, правой, левой, правой. Железо тягается, мышца качается. Когда на тебя смотришь, кажется, что нет ничего проще. Обратно пути нет. Нужен ключ?
Только такие рукоятки нужно поворачивать, чтобы управлять раздатчиком. Что видишь, то и получаешь. Ну, когда достанешь его из коробки. Просыпаются любители яркого света. Поворачивай их в нужном порядке, чтобы дать напряжение на панель и активировать электроны. Отлично! Контур готов дать искру. Чувствует, что тебе хочется. Такой сделкой можно гордиться. Отвлекшись на жевательный мармелад, Мьют легко успокаивается, однако Ноку все еще нервничает. Ее радует, что Мьют наконец успокоился, но тебе понадобится седлостул помощнее, чем тот, что у нее. Единственный достаточно мощный седлостул, который ей вспоминается, это седлостул Мехамьюта из Старого Мира. Если она правильно помнит, он попался ей в шопариуме «Улыбочка», когда она охотилась за вкусняшками для кнозлов. Это не так уж далеко. Похоже, что в Старом Мире было полно богатств. Все, что угодно для тех, кто одержим материальными благами. Ей кажется даже чересчур. Какие каменистые гряды! Что ж, а вот и копытце. Здесь где-то можно найти торговлю. Посмотрим.
Шопариум «Улыбочка». Для шопинга с улыбкой надо. Принимай мир всерьез, иначе он избавится от тебя. Такие глазоящики встречаются редко. Как глазоящик заставить вещать? Тут уж как повезет. Но если повезет, то выходит круто. Заперто наглухо. Выровняй переключатели, чтобы они совпали. Хорошо. Теперь напряжения хватит, чтобы запустить приводы и активировать каркас. Фу, биологическая опасность. Дрянь какая. Скоро начнется ночная жизнь. Теперь цепляйся и держись покрепче. Это же мехомьют. Надо ослабить болты, но так, чтобы мехомьют не шелохнулся. Осталось всего пара ходов, соберись. Вот так, седлостул снят. Пора перестать бессмысленно скакать по кругу и принести седлостул Ноко. Морду надо направить туда, куда хочешь ехать.
аплитонумута, андро, дере. Теперь, когда Мьют получил горсть жевательного мармелада, а тяжелый седлостул установлен на место, все готово к поездке. Ноко открыла еще одно суперпотрясное создание, которое, будем надеяться, сработает как отвлекающий маневр для топофырка, пока вы будете драться. Она называет этих тварюшек огнемухами. Чтобы найти огнемух, лучше всего потолковать с Етожем. Ноко попросила его сохранить их в безопасном месте. Я тоже, ты найдешь в Ярконе. Он легкомысленный парень, но, будем надеяться, вспомнит, куда засунул этих мух. Все эти годы он был для нее словно луч света во тьме, в том числе и благодаря своему оптимизму. Ноко всегда рада помочь. Понимает, что тебе много где нужно еще побывать.